400 зрителей. Как ты назвался? 400? А, всего. Артём. Фолст 46. А что ты удалился из... Ой, ошибка, что-то готовность. А что ты удалился, Артём? Из отряда. Да, ты удалился из отряда. Во, всё. Не, он не видел. Как у нас Стима называется? Очкош? А? Очкошники? У меня тут такая толпа. А почему первый уровень кто-то у нас? Пол с первого уровня? Чё? Да ладно. Что за глюк? У меня 51. А нажимаю, что-то, короче, кто-то не готов. Ой, все не готовы тут. Слушай, а я вообще фолс такого не вижу, никаких трансляций, ничего такого, никто не смотрит. Нет такого вообще. А Симера есть? Химера. А, вот фолс, да, ноль зрителей нашел у тебя. Я вижу. Да пиздец, я лучше в футбол поиграл бы, нахуй эту вот хуйню эту вся. Футбол застримим. Да там люди вчера на МК заходили, они даже парагон не хотят смотреть. Никто не ходит, не знает, что это такое. Ко мне то зашел чувак один. Так а мы даже не раскручиваем. Все, вы вышли из отряда, что происходит вообще? Не, а у нас ты вышел. Да, у нас тебя нет. У меня все вылетело. А у тебя Андрей тоже нету? Нет. И вообще никого нету. Мы с Артемом есть. Вот ты вообще вылетел. Что-то с Недом. Ну-ка, Андрюх, позови-ка меня в друзья. Во. Все? Все, ты на стриме давай. Готов? Поехали. Ай, фантом, ёпта. Зинг заебись, да, мне нравится. Ну так да, она и была всегда под саппорту неплохо. Давай за Зинг сыграю, пофиг. Центр тоже пойду. Зина? Не, за Химер. На Химера мастер канал ты. В итоге за Авроры. Мне написали, что я нуб. Не умею играть. Наконец-то хоть кто-то правду написал. Нулевой. Чувак, который сыграл. Парагон жестко глючит. 4.12. Написал мне, что нуб. Чуть с парагой беда какая-то, реально. Да вот сразу же. Давай, ты наконец-то поехали, блядь. Алиса! Поехали. Чё ты там? Давай гостям своим
Ничего, гостям там есть? Своим рассказал. Здорово. Ушел сразу. Так это Макс не зашел. А что ты читаешь? Что там такое? Что ты читаешь, что мои эти смски? А? Алиса. Давай завязывай. СМС? Почти. Ну ты же не почти. Ну, блять, смешно так было. Че, а прикинь, семейная драка сейчас будет. Семейная драма. Дом 2 в итоге. Нож мне ржавый тащи, сейчас буду резать. Так, а чё, кого мне брать? А я буду Зинкс брать. Так, а где Зина-то вообще у нас? Максон. О, Зина, центр. А, у нас Мюрель, смотри. Таро. Слушай, а, вот а что, там есть, да, хороший составчик. Да, заходите, да, на, да, другой, да, канал там. Скажи, пусть на мой канал заходит. Твой канал где? Симер Химера, да. Где ты собак ебёшь? Три видео. Да, я видел. Да, один раз наткнулся на твой видос, что он спать неделю не мог. Так, Зина сейчас буду просто убивать. Надо как эти угорают в GTA, там, знаешь, два таких жирных чувака в Ютубе. Козявку, у них, блядь, там по 2 ляма просмотров, там они чушь несут всякую. Такие взрослые, помнишь таких? Они там нормально смотрят, да? Они, по-моему, не, надо с просто рекордами. Стримить обязательно, чтобы тебя видно было, и какую-нибудь медом там обмазаться, сидеть, блядь, и пухами себя нахуярить, чтобы, знаешь, как в оперении сидишь, как петух, блядь. Костюм Химеры. Да. Или какой-нибудь, не знаю, в костюме Крипера. Косплей. Или, реально, чтобы сзади тебя кто-то там что-то делал, трахал тебя, резал кого-то. Такие надо тем. А стрим похуй. Вот, Артём, блядь, может, займёшься? Анальным, да, фистингом. Так, камеру как раз смотрите, да? Артём, направо беги. Тём, сейчас они побежали, видишь? Да, сейчас все налево ходят. Все. Нормально. Сейчас же, да, сейчас поменялось немножко. Ну как... Не, направо нормально, сейчас один в один будет там. На самом деле один ты быстренько раскачаешься, да, ты будешь один на один с челом. Ой, я против Хавинсера, блядь, стою. О, у меня даже эмоций нет, да. Он тебя танцует там уже. Сырая, ты сильная сучка. Серафим сейчас. О, у тебя двое. Не, медленно линию. Здорово. Так давай уровень показывай, у тебя 16 уровень, блядь, у персонажа. Ты должен просто один без вопросов решать вопросы. Не знаю, блядь, только играете в парагон и говорит, что я один против троих не справляюсь. Бля, пацан, значит, ты не стример. Троих стример. Согласен. Так это из приложения там люди заходят, да? А. А, да? Поэтому. Вась! Парагу мало кто смотрит. Парагу на самом деле топовая игра, тупорылая. Да просто. Еще люди мало не играют. Каларик ко мне пришел, да? Давай, сейчас мы поймаем его. Давай, тут туши. Куда прибежал? Хорошая, я, блядь, как лох промазал, ёпта, все. Нормально, лох, не щеми, и ладно. Все, мамы? А, убить? Чего?
Заходите на сайт. На сайт. Дрочит ногами. Палишь. Да, если хочешь пройти в клуб в любой города, это Симир. Да не надо. Ты так. Надо наоборот сжигать его. Что, пойти налево помочь? Ребяткам. Нахуй тебя, ублюдка, я жесткий, я говорю. У нас тут была команда, что бывает. А, это Калари опять. Забейся, ну. Я у него башка слезет. Не, ну Зинкс вообще топовая, мне нравится она. Че, Андрюк, может там поможем этим? А, нет, там не надо ничего. Там вообще еле живая, ну, подруга. Да, да, да. Опасно. А че, кто-то зашел? Лайч. Лайчор, доброй. Ёптель, бля. Кайс, парагонь. А вот там будешь показывать. Вот, Макс, вообще ничего. Да нет, еще это вообще без шанса. Они не... Конечно. Так оно и есть. Зина мне даже снится. Как будто я ебу. Ну, а реально такая кошечка неплохая. Кстати, поначалу она мне вообще не понравилась. Думаю, что дебильный персонаж. Там карта надо. Ой, сейчас сука. Иду, иду. Драк. А, в муху иду превращаю, да? Серьезно? Да. Что за карта? Куда-то отобрал. А, мне тоже не достать. Что у меня-то не допрыгнул? А, не буду забирать телефон. Да не надо так делать. О, мне маскарты пришли делать. Номер карты сразу идет. Докладывай фактор. Иди на свою. Ой, да. Центр. И там Химера-то вообще что-то пытается, вообще ни о чемное. Прыгает, суетит. Там Химера, он пошел. Интригу. Ой, наши там уже разбили лысичку. Подожди, кошка, не ходи. А? Давай, сейчас все иду там. Здесь пойдешь? Там улетает. Опять улетит. Да, там подлетел, да, выскочил.
я Серафима мочил. Убил. Ха, вдвоем не могут меня даже, блядь, убить. Ему. Да, 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 да. Ну да, по танка саппорта. Она у нее стан хороший, вот этим хреном. И плюс еще вот эта дорожка теперь она тормозит тоже вообще можно нормально. Да, нормально. Ой, что-то там толпа. На, нормально. Ой, хорош, красава. Да, там Нурель. О. Мурель, вон она помогла, да. Не, она. Вот, Аларь опять пришел ко мне. А она друг. Сейчас потому что ничего такая стала. Друг, друг. Смотрите, аккуратно. Аларь, Аларь. Мимо. Помогать тебе кто-нибудь будет? Да, да, да. О! Сейчас он отпустит. До свидания. Не, ну тут просто расчленение. Да, да. Что можно это? А, на карту взять. Без карты будет. Ой. Че, может этого когтезубы заберем? Давай, давай, они сейчас точно будут. Давай, Артемыч, пойдем вдвоем. Где он-то? А, вон он, давай вниз. Давай, давай. Да, давно уже. Ты куда пошел-то? А где он слева там? Да вот полдня будет спилить. А, второй. Там у нас Мюрель есть, поэтому коня. Там Каларик вам прибежал. Ой, здесь этот, Каларов. Он сейчас... Не, он нож кинет сейчас. Что он делает? А я его сразу же оглушил, хорошо. Вот так вот. О, я вон вижу. Я сам кто самой обычной картой тоже за три бегаю пока до сих пор. Серафим улетает. Никто убить не может. Ой, а там справа-то на всем щемит. Слева, 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 точнее сказать. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. 10-1, там можно вообще уже сдаваться. Да, конечно, тут непонятно. Там никак еще играют. Одну ракету кинул по жизни. О, у меня уже два зрителя. Тебя уже два зрителя? А тебя не слышно. Ой, чувак. Лагает.
Так, а что там? О, давай я тебе навстречу бегу, но тебе уже пиздец. Умираем. Смотрел фильм «Смерть ей к лицу»? На берегу, бежим, бежим. А, суки, назад сразу же съебывают. За один зритель. Подписку, подписку. Подписку? Под какую письку? За подписку. Включите тоже микрофон, чтобы слышать. Макса может слышать, но все равно слышно. Ну я тогда стримил, у тебя что-то голос не слышно твоего. А, там настройки. Не, я имею в виду в моем стриме не слышно. Почему-то. Там настройки тусовки и разрешить голос. Да. Нет. Настройки тусовки. Или не тусовки. Там, да, разрешить все люди. Да. Всегда разрешать, я понял, у меня выключена она была. Вот. Вы нужны своей команде, меня тут уже, блядь, не было пару секунд, блядь. Там уже не нужно. Дорогие телезрители, а чё не здороваемся, я чё не понял, заходим на мой канал. Это три дьявола сейчас. Двум зрителям нашим. Они туда-сюда бегают, там. Да они все выбивают монеты так же, как и я. Я просто ставлю, сворачиваю и вообще не смотрю. Вот вчера писали сразу же. Вот реально, когда в МК играл, сразу писать начал. МК нормальная тема. Да. Я думаю, вообще, может, в МК тоже вернуться немножко. Так давай начать. Вот просто для проверочки попробуем. Разика там, не знаю. Пять играть там. Я знаю, что Парагон не очень популярен, он даже в Твиче-то там идет в таком вообще же очке. Его даже не видно. Кого не видно, да. С одной стороны, это. Уху! Еще и победа. Конечно, без шансов. Что-то как-то да. Мы играли, 10 минут играли. Ну что, я сказал, хватит. Давай попробуем. Пару. Ты попробуй жало, будет народ идти, это позови меня, потом с тобой вдвоем сыграем. Ты какая разница, зайдешь сразу же и все. Смотри, батя, как жестко. Да я там, это команда года вышла, хочу посмотреть фифу. А зайди тогда, Андрей, на мой сейчас стрим тогда. Куда, ладно, в МК? Ну да, как я буду, да. Ну ты меня с этой тусовки не выкидывай. Чего можешь не вырубать? Соник. Так ты заходи через Сонику. Я имею в виду этот голос. Так я не вырубаю, я оставлю. Давай. Чё, я ну какая разница, будет он там или нет. Свое видео, элитный, победа. Мало даже. Black Lotus. ПВП победа, 4-й. Вот короче, надо этим становиться, видишь? На Эмарии много заходит. Челочку делать, как у тебя вот. Пидовкой стать. Челкой стать. Гермафродитом.